Хейоу, гайз, с вами Шимики, и прошло уже 3 месяца, почти даже 4 месяца того, ну, с последней серии Биошок. Я так решил дальше пройти вот ее. Ты познакомился с Эндрю Райном, кровавым королем восторга, будь он неладен. Теперь ищи доступ к аварийному выходу. Мне кажется, либо шериф с какой-то немного сломатый. Так, зона чрезвычайного доступа. Ряд со сходом. Дорогой, не стоило, право же. А, у меня, короче, немного тут херь какая-то с предметами. У них анимация как дернутая какая-то. Замедленная, я не знаю. Сегодня на матч пойдешь? Я слышал, будут играть рейдеры Райна. Джим, это небезопасно. Ты разве не слышишь? Бандиты Атласа повсюду. Погоди секунду. Вспомни, что говорит Эндрю Райн. Если... Добро пожаловать на распродажу! Да. Какие-то немного размыты как. Ты так сделаешь, бандит. А ну что? Настройки. А, не буду трогать. Привези семью, веселый, Аркадий. Гуляй, ходи по магазинам. Так все живут в восторге. А, не, тихо, у меня ж дигл есть. Револьверный. Доктор Штайнман обещал отпустить меня сегодня. Райан не навещал меня со времени новогодней атаки. Ни разу. Но доктор Штайнман был очень заботлив. Он говорил, что как только рубец рассосется, он приведет меня в порядок, и я буду самой красивой девушкой на свете. Он очень милый и так мной интересуется. Походу, он тебя немножко подъебал. Так, обыскать, взломать. Взлом. А взломать робота будут доступны для вашего... Короче. Слишком сложно. Варипэ. Так, и ровная. Ну все. Вот видите, у него вертушка как лагает. Как лагает. Лаганутый какой-то. Больше он проблем не доставит. Отойди от моей пушки! Робот, работает. А, все? Адам и Райан, столько лет учебы, но был ли я настоящим хирургом, пока не встретился с ними? Как мы играли со скальпелями? Лоханутый какой-то робот этот. Что мы могли реально изменить? Так, пускай он ремонтируется. Но Адам дал нам средства для этого. А Райан освободил от пут ложной этики. Измените свою внешность. Измените пол. Измените расу. Это все в вашей власти. Так, тихо. Предель тут ремонтировался. Все, полетели. Все, идем. Если что, если их можно выключать, они потом автоматом ремонтируются. То есть, если их выключать и включать. Тревога включена. Доступ временно ограничен. Благодарим вас. Варына, иди сюда. Если хочешь воспользоваться аварийным выходом, тебе нужен ключ доктора Штайнмана. Это он тут всем заправляет. Но не рассчитывай, что он тебе отдаст ключ просто по доброте душевной. Штайнман добротой никогда не отличался. Да и есть ли у него душа, я очень сомневаюсь.
Робот. Ну вот. Растревожил осиное гнездо. Они на подходе. Я понял, что они на подходе. Где они как падают, не видно так. Пугайте меня, товары. Вот это же труба медленно летает. Вы получили особые боеприпасы. Смена типа боеприпас, количество мыши в вылете нужный боеприпас для каждого противника. Давай, вылетай. Иди сюда, гнида! Надеюсь, было весело. Очень. Нравится вам пугать меня, тварь? Иди себе, невоспитанный чурбан! Спасибо, что пришел. Спасибо, что ты сдохла. Так, патроны. Бронебойные револьверные патроны, 4 штуки. Что такое, Мэрикс? Неважно выглядишь. Голова кружится, подташнивает, а временами вижу то, чего на самом деле нет. Это передозировка плазмидов, Мэри. Тебе просто надо немного меньше их употреблять. И опомниться не успеешь, станешь как новенькая. Не забывай, кто помалу берет, тот счастливым живет. А, зашибись, у нас уже ящики летают. Так, постой, потому что я знаю, они потом ломаются. Честно, мне стрёмно играть в такие игры. И что это значит? Летишь, полетели. Ты обещал сделать красоткой, Штайн! Обещал сделать красоткой! А теперь посмотри на меня! Хирургическое отделение. Берегись Штаймана. Этот ловкач обустроился в хирургическом отделении. Если хочешь его найти, иди по следам крови. Блядь. Сейчас 12 часов ночи. Я играю в такую херобуру. Адам представляет новые проблемы для профессионалов. По мере улучшения инструментов повышаются ваши запросы. Было время, я радовался каждой срезанной бородавке или возможности превратить циркового уродца в нечто презентабельное. Но это было давно. А потом пришел Адам, и плоть стала как глина. И теперь наш долг — лепить. Помни, любую из этих машин закоротит без проблем. Стоит только ударить по ней электроразрядом. Я не буду забывать, что их тут две. Так, тихо отключить. Что-то как-то лежит. Вэвзло. Выкуп $40.
ломаем. Сложно. Если можно было как-то их автоматически тут и херя ломать, было бы очень хорошо. Так, вверх. Механика. Мне нужно... О! Всё готово. Пошли. На поверхности паразиты ждут, что доктор вылечит их за бесплатно. И чем они отличаются от того извращенца, который охотится на улице на несчастных, которых используют для своих чудовищных развлечений? Спасибо, что пришел. Хорошо. Зачем ты так со мной поступаешь? Как? Где? Где эта тварь? Так, что-то подзагрузка идет долгая. Да не, нахер туда. Там, походу, морг. Так, штуковинка, пошли. Вниз, хорошо. Ниже, да, мне надо? Нет, наверх. Полетели, полетели. Красота перестает быть целью или даже достоинством. Она превращается в моральный долг. Разве мы вправе принуждать здоровых людей жить бок о бок с заразными больными? Смешиваем ли мы законопослушных граждан с преступниками? Тогда как можно позволять некрасивым смешиваться с теми, кто прекрасен? Чилик, походу, точно расизм. Расист. Пошли в машину. Выбираю их по цвету. Почему у нас два глаза? По какому такому закону? Две руки. Я не закончил! Я закончил! Тебе придется найти способ пробиться в операционную. И мимо Штайнберга. И выше нос. Господь ненавидит нытиков. Рухат такой прямо, как фейерверки на 4 июля. Здесь вообще-то взрывчатка в дефиците. Но если удастся раздобыть телекинетический плазмид, то запросто можно перехватить бомбу на лету и швырнуть ее обратно. Или что угодно другое, что окажется у вас на пути. В кошельке маловато денег? Туманки биоматериалов мы с радостью разработаем для вас необременительный план выплат по любой крупной процедуре. Смертоносные болезни не будут ждать до получки, а вы... Какие мне плазмиды эти взять?
Ладно. Идем назад. Что ты не стреляешь, не понимаю. Все равно она никуда не годилась. Мне плевать, я где моя кукла? Выяснилось, человечество было худшим. Рабство? Геноцид? Диктатура? Это орудие, породившее... Ты смотри, так своих убьешь. Я прекрасен, да. Посмотрите, разве я мог бы стать еще красивее? Благодаря Адаму и своему скальпелю я преобразился. Но, возможно, есть что-то еще лучшее. Что, если мне изменяют не способности, но воображение? Не знаю, что тебя воображает. Так, где моя машина? Стой. Брось, не смей! Спасибо, что пришел! Так. Уже я был, да? $10 одна штука, окей. Ага, это разные гости этих. До моего сведения дошло, что некоторые граждане научились вскрывать торговые автоматы. Полагаю, мне не стоит напоминать гражданам Восторга, что свободное предпринимательство — это то, на чем зиждется наше общество. Паразиты будут наказаны. Ну, я думаю, навряд ли буду наказан. Так, не отдохни, отдохни. Штайман, я знаю, что медблок — это ваша вотчина, но подумайте вот о чем. Вода в океане очень холодная. Если не греть трубы, они замерзнут. И тогда в Восторге начнутся протечки. Так вот, я прекрасно понимаю, что вы себе на уме, и мне плевать, утонете вы тогда или будете ловить рыбу. Но как только Восторг потечет, это будет уже не остановить. И я уж точно сообщу Райану, кому за это сказать спасибо. Все? Золотой кубок. Грели все. Ну ладно. Так. А где мне этот взять? Кто мне вообще идти, я не понимаю. Ясно. Обратно навряд ли. Да. Забудь о том, что нужно тебе, говорят. Думай о том, что нужно тебе упор. Только не тебе. Государству, бедному, армии, городу, дому. Список бесконечен.
приближаться к маленьким сестричкам преступления. Не приближайтесь к маленьким сестричкам. Преступление. Вы мне лучше скажите, как мне этот сделать. Пойму. Я знаю теперь, куда мне идти. Когда Пикассо наскучило рисовать людей, он начал представлять их в виде кубов и абстрактных форм. Мир назвал его гением. Я всю свою карьеру хирурга был занят тем, что повторял одни и те же скучные формы. Встернутый носик, подбородок с ям. Камеры слежения. Я повсюду чую эти чертовы штуковины. Это глаза и уши Райна. Это такие вот монстры, да, они? Нажигаем тело. Все. Зарка. Радость хакера. А, новый физический тоник. Радость хакера. Благодаря радости хакера ваше тело перерабатывает ток от взломанного устройства в мощность исцеляющего средства. Сломывайте и исцеляйтесь. Вы выбрали свой первый физический тоник. Физические тоники делают вас крепче и сильнее. Они применяются отдельно от плазмидов и других видов тоников. Окей. Полезная вещь. Походу. Так, поднимайся. Пошли. Паразиты. А, новый плазмид. Сжигание. Уничтожает, когда необходимо что-нибудь. Спасите, не... А, спалите, не сомневайтесь. Жгите. Сожгите врага в 1000-градусном пламени. Но будьте осторожны с огнем. Мы возрождаем город, а потом приходят маловеры... И добавляют дёготь в наш мир. Это наш дом! Наш! Тысячу адамов тому мужчине! Звук. Тихой женщине, что остановит их? Громко. Потом настраивать нужно будет звук.
Все пути в восторге ведут к Райну. Служба безопасности, мутанты, большие папочки, сестрички. А, прикольно. Зато теперь, когда этот говорит, вообще нихера не слышно. Он что-то такое разбрызгивает в воздухе. Кажется, это называют феромонами. И заставляет всех плясать под свою дудку. Так. Раз, два, три, поехали. Поднимайся. Так, патроны че. Так, ничего. Роботы полетели. You my friends. Let's go. Я понял. Эндрю Райан задает вам простой вопрос. Изобить человек и мрак. А это у нас слепая. А, похоронная контора. Сумеречное поле. Сейчас бы себя похоронить сюда. Нет, стоять. Прежде чем сюда пойду, я схожу на низ, посмотрю, что там. А, зона стоматологии. Нет, какое-то там длинное помещение, пойдемте наверх. Робот. Друг, фу, летишь. Стой, стой, стой. Отдохни пока что, полежи. Похоронная контора. Пошли со мной. Полетели, полетели. Ты чё? Полетели, фу, я не хочу с вами идти. Идем, идем. Полетели, друг мой. Мне с тобой хоть не так стрёмно. Полетели. Тихо. Виски. Виски мне нахер не надо. Так, поехали. Так, так. Так. Так, вперед. Так. Разъем найди, есть, все. Сейф, взломать. Так, стоять, сохранить новое.
Поехали, взлом. Начать. Чё, бля? Загрузить. Да. Вот-вот, почему нужно сохраняться в таких местах. Хер знает, что будет. Успех, взлом, сейф открыт. 8-каратные патроны. А, хой. Хер я туда пойду. Да нахер, не хочу это. Что ты плачешь? Ничего нету. У всех детей на переработку отправляйте. Да, у ничего. Сейчас бы еще пароль узнать. Как там прячется? Приятель, ты реально со мной не полетишь? Ты гов тогда тебя оставлю? Блять. Иди сюда. Залетай. Давай, ты чё? Приятель. Иди сюда. Я не пойду туда один в морг. Ну что тут где-то код? Да нету. О, приятель, полежи пока что. На рисковычах, окей. Бля. Какое дерьмо залез. Сука. Не-не, оно меня пугает. Оно меня реально пугает. Окей. Сука. Бля. Бля. Что за хуйня? Пидор туда залез какой-то. Вернись. Новый инженерный тоник эксперт. Новое предложение от суперхакера. Эксперт безопасный разработан для взломщика, специализирующий на отключении электронных средств безопасности. Выше безопасность зависит от эксперта безопасности. Уменьшает сложность при взломе, турели, работа роботов и камер слежения. Зараза!
И вон там сзади кто-то встал. А это я эту руку включил. Это ж мразь. Это ж мразь так пугать. Добрую память. Может где-то здесь есть подсказочка? Да, там что-то есть, а ну-ка. Тихо. 0451. 0451. Готово. Мини-взломщик. Все, нету больше ничего. Эндрю Райан задает вам простой запрос. Вы человек и... Я, короче, так подумал. Давайте, наверное, на этом закончим. То есть что-то... И время уже все равно у нас подкарауливает. Сохранюсь. Фу, стрёмно, да. Ладно. Останем здесь нашим другом новым. Надеюсь, он с нами до конца игры будет. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и пока. Хотел выйти с игры. И пока.